наша любимая, наша великолепная юбка Надин, которая была представлена не один раз в прямых эфирах. Посмотрите на разнообразие цветов. Темно-синий, цвет тыковки, изумрудный. Кофе с молоком и бордо. Опьяняющий цвет. Что-то забыли? 8 оттенков. Еще у нас есть цвет от антрацит. И, кстати, цена премьеры на эту дизайнерскую юбку. Это же непростая, Надя. От Шихадановой Юлии эта юбка, правильно? От известного дизайнера. Это брендовая вещь, конечно же. Это не просто потоковое производство. И тем паче нас удивляет цена на брендовую вещь, на вещь с именем от российского дизайнера Юлии Шихадановой. При всем при этом цена... просто потрясающе. Действительно, дизайнерская юбка от самой Юлии Шихадановой, которая не раз была у нас в гостях. И цена меньше 1500 рублей, кстати. И размеры тоже радуют. Надежда, озвучь их, пожалуйста. Размеры действительно привлекательные. Вообще, Юлия Шихаданова шьет на наших российских женщин с пышными формами. Соответственно, и размеры у нас от 48 до 66. Представляешь, Оль, не нужно ходить по магазинам и спрашивать, есть ли мой размер. Вы просто сидите дома, смотрите наш телеканал, заказывайте свою юбку Надин, просто выберите цвет. А вот и два новых цвета, черный и насыщенный темно-синий. Вот, Наденька, скажи, пожалуйста, у нас у всех уже есть давно юбки, они разные. Чем эта юбка отличается от многих других? Эта юбка, во-первых, садится идеально. То есть это вы можете видеть сейчас на наших моделях. Но второе, что я хочу сказать, это юбка, как все гениальное, просто. То есть здесь нет ни застежек, ни молний. При всем при этом она садится точно по фигуре. Ну и, конечно же, почему ее так любят? Потому что у нас есть выбор цветов. Бесконечный выбор. Да, действительно. Знаешь, Надя, я вспоминаю наш первый эфир, который случился с этими юбками перед Новым годом, когда к нам в гости пожаловала Юлия Шихаданова. Вы знаете, да, было изобилие цветов. Вас это больше всего подкупает. Я понимаю, в магазинах такой палитры вы не обнаружите никогда. Но давайте вспомним, почему разошлась первая партия от Юлии Шихадановой за кратчайшие сроки. В чем все-таки самая главная особенность? Я думаю, что, во-первых, особенность в цене, потому что брендовую вещь не купишь в магазине по такой цене. Ну и, конечно же, еще раз говорю, простота. Посмотри, она подкупает. Давайте мы посмотрим. У нас до 66 размера. И вы видите, что возможности ткани, вот они так просто потрясают. Вы видите, что ткань растягивается. Кстати, даже если у некоторых женщин талия больше, чем линия бедер, такое бывает. Посмотрите, вот. Вы понимаете, что эта юбка на вас сядет. Более того, она сядет идеально, более того, она подчеркнет все ваши достоинства. При всем при этом вы будете выглядеть строго, официально. Но если вы берете яркий цвет, то игриво по-осеннему. Цвет тыковка, встречайте. Слушай, действительно, я вот себе тоже подбираю юбочку. Юбка-карандаш. Это мечта, мои дорогие мои. Но лично у меня ассоциируется юбка-карандаш с теснотой. Невозможно сделать никаких движений. В транспорт забраться нельзя. В общем, как обстоят дела с нашей юбкой? Хороший вопрос. Ты знаешь, дело в том, что юбка подтягивается. Давайте посмотрим на моделях. И я попрошу, чтобы они показали, насколько эта юбка... Попробуйте присесть или приподнять. Да, вот таким вот образом. Аккуратно ножку. Вы видите, что подтягивается наша юбка. Не скованные движения. И все это благодаря ткани, девочки, которая тянется. Девочки, сядьте прямо сейчас на подиум. Продемонстрируйте, что сейчас в этой юбке вы можете делать все, что угодно. Да, это юбка-карандаш, который не стесняет ваши движения. Вы когда-нибудь видели такую комфортную юбку? Я нет. До появления Юлии Шихадановой в нашем прямом эфире. 1490 рублей. Это премьеры. Цена со скидкой. Ну и, как полагается, в качественной вещи должен быть... Ты знаешь, подъюбник должен быть. Вообще, Юлия Шихаданова совершила переворот в области юбок-карандашей. А эта юбка простая, она подтягивается, она садится на любую фигуру до 66 размера. Вот почему женщины всей страны выбирают эту юбку, юбку Надин, и делают правильно. Вы знаете, уже несколько тысяч наших телезрителей сделали свой выбор. Они остановили свой выбор на юбке Надин. Вы сделали свой выбор? Звоните нам прямо сейчас.